Здравствуйте, меня зовут Евгений, я менеджер компании «Электромотор». Предлагаю вашему вниманию инкубатор Квочка Ми-31E. От модели Квочка Ми-30-1 данная модель отличается наличием двух подставок, которые регулируют угол наклона корпуса. Как и модель Квочка Ми-31, данный инкубатор оснащен также электронным терморегулятором с термодатчиком, а также смотровыми окнами с вентиляционными отверстиями на крышке инкубатора. На внешней боковой поверхности крышки инкубатора имеется электронный термодатчик с шнуром питания 220 Вольт. На внутренней поверхности крышки установлены тепловой шнур, вентилятор и распределитель воздуха. В корпусе установлены сетки с ложементами для укладки яиц, а также емкость для воды с влагополучающими салфетками, две из которых идут в дополнительном комплекте. По вопросам приобретения инкубаторов Квочка обращайтесь в компанию «Электромотор» в Киеве. Контактный телефон 5 300 38.